Главная военная прокуратура возбудила дело против беглого младо-олигарха Сергея Курченко. По данным ГПУ, ряд принадлежащих ему компаний торгуют углем, добытым на оккупированных территориях Донбасса. Раньше в СМИ писали, что сначала украинский антрацит вывозят в Россию, а потом сбывают в Турции. Сейчас следователи проверяют эту информацию, а уголовное производство открыли по статье «Финансирование терроризма».